Теперь ты управляющий директор Hudson Railroad. Он направил Уильяма на переговоры с владельцами конкурирующей железной дороги. Мой отец считает, что так будет правильно. Ваш отец уже давно ничего не понимает. Старику пора уйти на покой. Конкуренты уже совсем не боялись Вандербилта. Успешных людей часто пытаются сломить другие люди. Если вас не атакуют, значит, вы уже не на вершине. Но там, где они видели слабость, коммодор видел возможность укрепить свое влияние. И научить Уильяма, как стать настоящим Вандербилтом. Они хотят войны, они ее получат. Вандербилту принадлежал единственный железнодорожный путь в Нью-Йорк. Это был путь к крупнейшему порту в стране, который обеспечивал весь континент. Надо закрыть мост Албани. Он одним своим приказом блокировал доступ к крупнейшему порту в стране. Отрезав его от всех остальных штатов, конкуренты несли большие потери. Пока их акции оставались в цене, конкуренты Вандербилта стремились продать их по дешевке. Вот так он укреплял свое могущество. Пусть истекают кровью.